Начиная с рождения, молоко и молочные продукты являются основными продуктами питания, жизненно необходимыми для человеческого рациона. Говоря об истории молока, не требует указывать какие-то даты. Через 20 секунд после того, как ребенок родился, он находит соски матери, только следуя запаху, даже не видя ничего вокруг. Мать даже не успевает понять, что произошло. Людей привлекла желтовато-белая жидкость, которая вырабатывается в молочных железах самок, млекопитающих для того, чтобы кормить своих детей, и содержит все необходимые питательные вещества для малыша. Как человеческий разум может извлечь пользу из всех возможностей таких продуктов? Считается, что использование молока в качестве напитка началось 9000 лет до нашей эры в Иране, в Афганистане и в Анатолии после одомашнивания животных. Предполагается, что турки, монголы и другие кочевые племена обучили методам переработки молочных продуктов племена, находящиеся на территории современной России и стран Ближнего Востока. Согласно Гомеру, сыр был произведен в древнегреческие и древнеримские времена. Твердые сыры были хорошим источником белка для римских солдат и путешественников. Страны Европы очень давно знакомы с молоком. В Америку первые породы молочных коров были завезены испанцами в 1525 году в город Веракрус в Мексиканском заливе. Позже под этим именем они распространились по всему континенту. Как говорится, человек приходит и меняет мир. Бесспорно, для здоровья человека молоко необходимо, но в прошлом не могло долго храниться. Его биохимические компоненты — чрезвычайно благоприятная среда для развития микроорганизмов. И таким образом это вызвало распространение болезней. В 1862 году французский микробиолог Луи Пастер разработал метод пастеризации, который позволяет долгосрочное хранение молока, а значит, больший объем потребления. Луи Пастер, профессор химии и один из величайших ученых своего времени, изменил историю 11 тысяч лет. Благодаря пастеризации другие сбраживаемые жидкости, такие как вино, пиво, фруктовые соки и особенно молоко, теперь могли храниться в течение длительного времени. Первая бутылка молока была использована в Нью-Йорке в 1884 году. В 1895 году Пастер представил машину для пастеризации молока, которая произвела революцию в молочной промышленности всего мира. С изобретением этого способа хранения молока и молочных продуктов и перевозка их на дальние расстояния стали возможными. Сегодня мировое производство молока составляет 800 миллионов тонн, а крупнейший производитель молока — Европейский Союз, около 160 миллионов тонн. За ним следует США с 92 миллионами тонн и Индия с 65 миллионами тонн. Система в молочной промышленности после второй половины 20 века была основана на том, что страны сначала удовлетворяли свои требования, а затем продавали излишки производства в соседние страны. 83% мирового производства молока получено от коров, 13% – от буйволов и 4% – от овец и коз. Общее мировое производство сыра составляет 20 миллионов тонн. Хотя различные типы сыров традиционно производятся на местной основе, 70% из востребованных в торговле сыров на международном рынке производится в Европе и Северной Америке. Мировое производство сливочного масла составляет 10 миллионов тонн, и 40% от этого производится в Индии. Мировое производство йогурта — всего 50 миллионов тонн, производится в основном в Китае, Иране и Турции. По приблизительным подсчетам, около 160 миллионов тонн молока необходимо для производства 20 миллионов тонн сыра, а 90 миллионов тонн молока — для 10 тысяч тонн сливочного масла. Так, около 40% мирового производства используется для производства этих трех продуктов.
жизненно необходимых для здоровья человека – сыр, масло и йогурт. Мы узнаем новые сведения об этой жидкости каждый день. Молоко – чудо само по себе, а молочные продукты, такие как йогурт, масло, сыр, сливки, мороженое, айран и молоко, также являются жизненно важными для человеческой жизни. Эта чудотворная жидкость содержит три основных компонента правильного питания – жиры, углеводы и белки, а также является богатым источником полезных минералов – кальция, фосфора и магния. Стакан молока 200 мл содержит около 130 калорий. Когда мы пьем молоко, мы получаем 6,8 граммов белка, 9,4 граммов лактозы, 7 граммов жира, 1,5 граммов минералов, большинством из которых являются калий и кальций, и 0,7 граммов витаминов А, В2, В12, Д, Е и К. Промышленная транспортировка молока требует хлопотной и планомерной организации. Около половины из 800 миллионов тонн производимого в мире молока потребляют пастеризованным. Основной метод пастеризации следующим образом. Молоко необходимо быстро разогреть до температуры, достаточной для гибели микробов, на короткое время, и снова быстро охладить, не позволяя микробам образоваться вновь. Свежее молоко, которое продают в магазинах, предварительно обрабатывают около 15 секунд при 65 градусах и приводят очень быстро к температуре хранения 4 градуса. Срок годности этого типа молока составляет от 3 до 5 дней, и дома должно храниться в холодильнике. Молоко длительного хранения нагревают до 140 градусов около 4-5 секунд, а затем очень быстро охлаждают. Молоко длительного хранения может храниться от 2 до 6 месяцев при комнатной температуре, однако его следует держать в холодильнике после открытия и употребить в течение 2 дней. Вопреки распространенному мнению, в обоих методах хранения молока в него не добавляют никакие вещества. Тем не менее, по сравнению с молоком длительного хранения, свежее молоко лучше сохраняет минералы – кальций, витамины А, В6 и В12. Сыр – второй важнейший пищевой продукт, произведенный из молока, является одним из редких продуктов, у которого ценность и вкусовые качества улучшаются при хранении. Сыры, как правило, хранятся от плюс 2 до плюс 5 градусов, имеют сроки хранения от 2 до 12 месяцев. Масло, полученное из молока, можно хранить в течение 12 месяцев при температуре минус 25 градусов. Пая-цепь составляет один из крупнейших объемов торговли нашей планеты, поставляя молочные продукты по всему миру. Молоко является очень важным питательным веществом, появляющимся в тот момент, когда млекопитающие рожают и доступно в течение короткого времени только для того, чтобы прокормить и вырастить детей. Мягко говоря, мы делим это молоко. Так давайте не будем терять ни капли молока. Станем ли пить его или делать сыр?